Всем привет, ребят. Ну, сегодня очередной выпуск Китайки, от которого у вас будет бомбить. Мы будем бомбить. И вообще все будет просто бомбезно. А все потому, что наш русский сервак по сравнению с Китайкой реально просто унылое говно. Если так разобраться, посмотреть на акции, посмотреть на то, что делается, что падает, что продают, что вам дают за игру без доната. И сейчас я вам просто кое-что покажу, и вы просто охренеете. Ну, я, честно говоря, сам охренел. Вот следующий день. За трату самоцветов, за один сам, вам дают 10 зеленых камней. Ну, ладно, бог с ним. У нас тоже подобное было. Но, смотрите дальше. Фон за 3800. Скин. Охрен, пусть будет даже на донатного героя, но все равно дают скин, нормально дают за нормальную сумму денег, ну и дают дальше расходники. Забираем. Но дальше еще больше трэш-контент, ребята. Дают бога войны, дают там, по-моему, ярость небес, талантик, стиралку дают. Стиралку не ту, а стиралку имени. Еще один скин. Я даже не знаю, что вам сказать. И дают еще один зимний фон. И это всего лишь за 29к. Вы их можете тоже, в принципе, насобирать без проблем. Там месяц, если бы знать, что оно такое будет. Что в итоге мы имеем? Мы имеем кучу топовых ништяков на аккаунте. Ладно, у меня там донатный аккаунт. Есть люди, которые копят. Но сама суть. А что у нас? А у нас все печально, если вот сейчас мы просто зайдем, посмотрим. У нас затрату самоцветов. Карта пропуска. 10 яиц, еще карта, с которой хрен что-то нормальное упадет. Все. Просто все, даже за 50-ка, за 100-ка все равно не равняется с тем, что мы имеем на китайке за 30-ка. Я считаю, это более топово. Смена имени, топовый талантик. Ладно, не топовый талантик. Два скина, две карты. Блин. Ну и по сути, не особо дорого. Просто остается вздохнуть и всплакнуть вместе с вами, потому что, ну, печально за русский сервер. Возможно, когда-то что-то изменится, но я думаю, этого не так уж и скоро будет. Ну, вот у нас Минотавр уже в облике. Так, где наш там Гаргул у нас открыт? И у нас Гаргул. Так вот, просто, ребята, просто трэш. Нам осталось тут Ронина просто достать для общего счастья. И аккаунт просто будет супер. Ну, не знаю, что вам сказать. Пишите комменты. Обязательно, ребята, ставьте лайки. Не забывайте. Лайк, подписка, репост. Коммент, подписка, репост. Без разницы, в каком порядке. Ну, это просто жесть, ребят. Это просто жесть. Так, тут у нас бег, а тут у нас что будет? Тут у нас будет стойкость. 4-5 ярость. Тоже неплохо. Просто, ребят, я, честно говоря, в шоке. Хоть я играю с донатом, но смотря на то, что здесь происходит, сердце кровью обливается за вас. Так, есть. Кстати, на китайском сервере очень много играет русских. Я думаю, не зря. И они об этом тоже не жалеют. Ну, смотрите, что у нас тут уже поменялось. Так, давайте фоны. Сколько у нас? Один фон, второй фон, третий фон. Просто жесть.
Подводный мир? Нет, это не подводный мир, это что-то. Не помню, как он называется, но сама суть, что за копейки. Зимний фон. Да, так вот, короче, ребята. Даже этот фон сейчас откроем. И что у нас осталось? У нас осталось один гейский фон и один осенний. Ну, пока используем этот. Жесть, ребят. Просто жесть. Так, ну что? Давайте так глянем, что у нас поменялось. Волны вы видели, прошли. Налегке прошли. Турнир героев тоже прошли. В общем, много чего прошли. Подземочки дофармили. Вот у нас уже фул. Что, давайте трешанем. Попробуем подземку 2-1. Убираем отсюда Минотавра. Ставим сюда Купидончика. Так, смотрим, что у нас тут. Вот такие вот герои. Побежали, проверим нашего Анубиса. Кошмарка 2. А, тут я говорю 2-1. Кошмарка 1-1. Размечтался, я думаю, бля, сейчас понагибаю тут. Махию не взял. В общем, такие вот пироги, ребята. Бомбите, бомбите в комментах. Как вам прокачка этого аккаунта за неделю? Так, раз. Кидаем, начиная всех с Анубиса. Ну, даже тут особо не проседает, я бы так сказал. Это было жестко. Это было очень жестко. Ты что, друг? Я на такое не подписывался. Я не готов был к этому. Это просто жесть. Как у нас жестко. Сейчас мы придем за тобой. Команда спасателей Блибу. Вперед. Сейчас я тебе покажу, как на меня нападать. Так. Ну, поехали. Попытка номер 2. Кошмарка 1-1. Шанс слива минимальный, ребят. Так, я не буду отсюда начинать. Я начну все-таки отсюда. Судя по всему, нельзя, нельзя, нельзя им давать приближаться к героям. А чё это я морозку туда кинул? Чё это было? Чё это было вообще? Короче, все, я просто понял. Настало время жесткой прокачки героев на непонятно куда. На эволюцию, конечно же, так. Ну еще, давайте еще раз унизимся ради интереса. Ну тут как-то по-нормальному он бьет. Там как-то он немножко не очень. Так, есть. Купить магию. Ну поехали. Унижение номер 3 от кошмарки 1-1. Так, жить, 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 жить. Разгон. Ускорялка. Эй! Эй! Эй-эй-эй! Так, 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 так. Жить, 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 жить. Брать, брать, брать. Так, нормально, нормально, нормально.
Давайте, я вас верю, вы вдвоем сможете их слить. Однозначно. Анубис крит. Не, крит что-то не идет. Самое главное, чтобы дед сейчас не шмальнул. Потому что если эта сволочь шмальнет. Так, ну еще чуть-чуть. Ну, вроде нормально. Все, есть. Ну, с почином, ребятушки. Кошмарка 1-1 начался наш. Очень длинный путь. В кошмарных подземельях будем отдельно, я думаю, влаживать видосики по кошмаркам. Если вы хотите именно отдельных прохождений, хотите видеть, как я буду проходить кошмарки этими героями, ставьте лайки, пишите комменты. Реально очень-очень веселый аккаунт. Меня он очень забавляет. Походу мы тут сейчас даже не наберем... На три огонька. Я вот думаю проходить эти подземки. Прошел и дальше. Или стараться всегда и не идти дальше, пока не наберешь 3 звезды. Тоже напишите свое мнение по поводу этого. Очень интересно. Ну а так. Не знаю, завтра у нас уже будет Повелитель дырочек. Новый топовый герой. Надеюсь, у нас уже откроется архидемон, и мы сможем показать достойный жесткий результат. Но это опять же не точно, потому что мы этого результата никогда не покажем на этом аккаунте. Не никогда, а в ближайшее время, я так хотел сказать. Ну, походу у нас тут не будет 100%. Лососнем мы тунца. Но мы добрались, ребята, до кошмарок. И уже на 2 звезды прошли первую. Жалко, 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 конечно, что не на 3. Тыковку, конечно, слили. Тут уже она не канает, как видите, для разгона моментального, да. Либо держать ее где-то в конце. Ну. Ну, можно, конечно, еще потрешивать, попробовать пройти. 71%. Это уже тоже очень хороший, достойный результат. Но ради любопытства, вы знаете, я не могу никогда остановиться на подземках. Если я их начинаю проходить, я стараюсь проходить, пока не пройду на максимальный результат. Давайте еще одну попыточку. Попробуем опять начать с Анубиса. Не стыковки, а с Анубиса. Так, разгон есть. Пошли. По-моему, мы тыковку... Не, не проебали тыковку. Нет, нормально. Ну а куда ж магию я использовал? Что это за дичь была? Фух, жестко нас дед опять наказал. Вообще нереально. Анубис, жахни их. Конечно, жахнет. Они его скорее жахнут. Ну, вот так вот. Немножко нас опять унизили. Ну, я думаю, мы вернемся с другим составом сюда, с другой прокачкой, и накажем их на 3 звезды. В принципе, все. Ждите новых видосов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем по таким героям, как у нас есть, и по недостающим у нас тоже. Всем пока.